самый сервер. Я зашел. Сейчас что-то увидел, что-то грабил. Ты бы нас видел, слышишь? Виталь. Оле-оле-оле-оле-оле-оле-оле. Ты уже умираешь? Я покрал чувака, он ливнул. Это нормально? Да, бывает. И смотри, кто зашел. Надо ждать впереди. Подконнектить сразу. Скоро. Блин, тут какая-то река с кровью. Прикинь, кровь настоящая. Это вообще карта прикольная. Я немного по ней побегал, но она красивая. Горячая, смерть, обед. Да. Ого-го-го. Здорово. Ты сейчас где обитаешь? Терская кровь дамажит? Да, уйди. Да, уйди. Алло, да. Да я не брат, сейчас. Одну минуту. Я только зашел домой. А, ну окей. Прям только стоп, когда ты вообще останавливался? Ну, а какие вы нужны? Кефир. Какая-то карта. Ты, кстати, три точки Гаусса, как минимум. Володя, ты где? Я сейчас подключусь. Алло, Срас. Привет, Бас. Карба, вы сколько хотите, планируете даже эфиров делать? Ну, я... Сколько удобно. Пока не закончится. Пока не закончится? О, нормально. Мне просто надо через некоторые. Ну, я немного порубаю, потом сделаю перерыв, а потом могу рубать. Нормально. Просто мне нужно только подсобраться немножко. А ты когда едешь-то сюда? Я завтра. Завтра уже? Красавчик. Да, да. Красавчик просто. Шикарно. Ну чё? Надеюсь, на этот раз ты побольше сможешь потусить? Да. Ну, честно. Ну, если погода там нормальная будет, то я могу побольше. А если не нормально, но все равно больше. Но если не нормально, то всегда можно как-то записывать. Нормально можно не сняться. Так, ну это без проблем. А, ну тем более там все же будут. Поэтому мне тут интересно. Да. Ну, блин, сынок, ну... тут джунгли, да я вообще радует уже такая себе карта. Тут кемпер, короче, в джунглях будет, так что аккуратно смотрите. Ну так это Вьетконг, пацаны, это Вьетконг. Настоящий. В Вьетконге были? О! А вы скиньте этот самый? А, сейчас я... А в Контре должно быть? Там 31 пол начинается. Нет, ты меня последний, у меня запись, что ты меня добавил и все. А, сейчас тебя добавил. Ты, видимо, ублюдок. Виталь, у него, конечно, проблемы со звуком, он сейчас не разбирается и зайдет. Ой, Виталь будет нормальный. Боже, боже. Айрец, парчец. Так, во, во. Он сейчас с бомбой чихо сдохнет. Понимаете? Просто от любого чиха. У меня 21 хп. Я даже прыгать с Гауссом сейчас боюсь, потому что у меня хп не безграничный. Что это вообще за мапа? Я первый раз в эту мапу. Ой. Я бегу за кем-то сейчас, не стреляйте в меня. У меня 20 хп. Вот я. Все. Не жгите аптечки. Ты должен найти оружие, у меня один пистолет. Тут дофига оружия. Я реально базарю, у меня 4. Тут Гаусс, там трое минимум. Трое Гауссов на карте. Не доносит, как твоя завали. Дальше. Получай, блин. Сейчас мы поговорим с кирами.
Не, ну как-то пока не красиво. Заодно это можно играть. Это я. Странная вещь, но это... У меня синего лоха. А, извиняюсь. Синий лох убит. И теперь снова аптечку искать, что он сказать может. Не, я просто фиксирую. Короче, Сим довольно-таки плотный засранец. Мне показалось, после первой встречи. Ага. Блин, 20 хп осталось, Угу. Как вообще это произошло? Нет. Угу. Меня он, кстати, покарал секундой ранее. Угу. Ну блин, у меня такой хороший КДА был. Равный бесконечности. Все, я выхожу на тропу войны. Покарал кефира. Это обращалось к ней, да? Интересная история. Что такое? Я не выдержал жизни, такой иди кидался. Кто-то там затарился тропом. Вообще кто-то заминировал тут. Чуть на стяжку не стал. Я опережение поставил. Да. Какой там... Ничего произошло такое. Я чуть не понял. Ну то, что он тарбалетом его выжил как-то. То есть он был уже отожженный. Он нас взял, вот я не понимаю, он взял и покарал бы своих. Так давайте РТВ введем и возьмем карту поменьше, чтобы его карать вообще по КД. Давай. Не, ну тут реально, тут только соберешь оружие. Что-то не работает. 10 минут осталось. А почему не работает? Ну, ты знаешь, может, я закрыт на этом следующем. Возможность. Ну, ничего не нравится, да, потому что он красивый, блядь. Я, кстати, это на сейве не могу. Извиняюсь. Смотри, такой тикой проверил. Потому что все квадратное. Не исключено. Это как-то вообще замечательно. Да тут реально, пока его найдешь на расслабоне, он потом бац и убивает. Пока бегаешь, бегаешь. Бегаешь. Он еще и отжирается за это время. Ты знаешь, как бит снайпер. 80% времени просто сидишь и ждешь. Еще разбился, как последний нубас. Не, разбился в 2015 году нормально. Я тебе говорю, карты какая-то вообще нет. Ну тут людей как маловато. А, синий нужен. Thank you.
Мне арбалет мешал, как у меня сбежал квартиру в местности. Здрасте. Этому засранцу КДА немного подпортил. Кто-то меня стреляет опять. Нет, даже тупой, как дрова. Буратино? Как Буратино тупой. Буратино. Да, ты такой вот. Блин, почему я такой тупой? За что мне это? В домике кто-то бегал. Да, он прыгал. Какой-то кефир, небось. Пойдем покуряем муркады. Не, ну логично, то, кто не делает тагбир кефиру, сам кефир. Вообще. Володя, ты бы еще чуть пониже растяжку поставил? Я не ставил растяжку. Кто это ставил? Доктор Ди? Не, я не ставил. Просто это искусство ставить растяжки такое. Ставить ее так, чтобы враг подумал, что может ее преодолеть. Да. Ой. А кто-то есть? Да. Печальность, да? Ну что ж ты, улучшил. Ну я его убил, могу сказать, в это, свое оправдание. Ну тогда это стало. Да блин, я на самом деле не думал, что он идет за угол, и я думал, что его убил, а так получилось. Блин, каком-то... Короче, в списке Рамштайнов. В списке Рамштайнов он занял первое место. Нормально. Я забегаю в домик, у меня 13 хп, а мне нужна, не знаю, поддержка моральная. Что еще ты можешь помочь? У меня 20 хп. Тут растяжку поставил. Найти и оборвать бы его жалкую жизнь. Это Аня все ставит. Император сервер 6.32. Почему я не попал? Мне же прямо в него нацелился. Что за херня? А, так мы и на императоре. Привет. Блин, вот я вот уже, наверное, не знаю, 5 минут бегаю. Сейчас меня возьмут и бахнут. Там кефир вот был на... В домике кемперит ублюдок. Вообще, почему вы домик не держите? Там же клёво. Ну, не знаю, там просто бегает. Советую. Не, просто бегает. Ну, блин. Им какие-то странные вещи творит. О, прохвал. Чего? Прохвал подключился.
Где нет их подход? А, волк и есть. Ослабляй. Да он не выдерживает. Потерь нет. Даже в халве. Сейчас меня убьют, и я напишу, что потерь нет. То зачем вообще пошел на открытое место, когда у меня нет ничего нормального? Я же вообще тупой. Потер нет. Ой, какой тебе чьи попадут. Кто там, где там? Блин. Не мог. Мне кто-то застрелил, не знаю откуда. Ой, как это? Я вижу. Ой, прости. Блин, тут где-то муха есть, оказывается, я не знал. Ты что, кинется? Она выключен в местах три окна имеет. Меня этот хлоблять покарало. Мешаю как проблемы с самой жестокостью. XXX Дриан XXX. Это свой, надеюсь. Рядом кто-то появился. Не грех, конечно. Ой, меня убей, 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 убей. Нет, убей меня. Есть КП. Ага. Не бывает. Терст. Давай терст. 7, 6, 5,